22 глава книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, и ты, сын человеческий, хочешь ли судить город крови? Выскажи ему все мерзости его. И скажи так, — говорит Господь Бог, — о город, проливающий кровь среди себя, чтобы наступило время твое и делающий у себя идолов, чтобы осквернять себя. Кровью, которую ты пролил, ты сделал себя виновным, и идолами, каких ты наделал, ты осквернил себя, и приблизил дни твои и достиг годины твоей. За это отдам тебя на посмеяние народам, на поругание всем землям. Близкие и далекие от тебя будут ругаться над тобою, осквернившим имя твое, прославившимся буйством. Вот начальствующие у Израиля, каждый по мере сил своих были у тебя, чтобы проливать кровь. У тебя отца и мать злословят, пришельцу делают обиду среди тебя, сироту и вдову притесняют у тебя. Святынь моих ты не уважаешь, и субботы мои нарушаешь. Клеветники находятся в тебе, чтобы проливать кровь, и на горах едят у тебя идоложертвенные. Среди тебя производят гнусность. Наготу отца открывают у тебя. Жену во время очищения нечистот ее насилуют у тебя. Иной делает мерзость с женою ближнего своего. Иной оскверняет сноху свою. Иной насилует сестру свою, дочь отца своего. Взятки берут у тебя, чтобы проливать кровь. Ты берешь рост и лихву, и насилием вымогаешь корость у ближнего твоего, а меня забыл, — говорит Господь Бог. И вот я всплеснул руками моими о корыстолюбии твоем, какие обнаруживаются у тебя, какое обнаруживается у тебя, и о кровопролитии, которое совершается среди тебя. Устоит ли сердце твое? Будут ли тверды руки твои в те дни, в которые буду действовать против тебя? Я, Господь, сказал и сделаю. И расселю тебя по народам, и развею тебя по землям, и положу конец мерзостям твоим среди тебя. И сделаешь сам себя презренным пред глазами народов, и узнаешь, что я Господь. И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, дом Израилев сделался у меня изгорью. Все они олово, медь и железо, и свинец в горниле, сделались, как изгорь серебра. Посему так, — говорит Господь Бог, — так как все вы сделались изгорью, зато вот я соберу вас в Иерусалим. Как в горнило кладут вместе серебро и медь и железо, и свинец и олово, чтобы раздуть на них огонь и расплавить, так я во гневе моем и в ярости моей соберу и положу и расплавлю вас. Соберу вас и дохну на вас огнем негодования моего, и расплавитесь среди него. Как серебро расплавляется в горниле, так расплавитесь и вы среди него, и узнаете, что я Господь, излил ярость мою на вас». И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, скажи ему: ты земля неочищенная, не орошаемая дождем в день гнева. Заговор пророков ее, среди нее, как лев рыкающий, терзающий добычу, съедают души, отбирают имущество и драгоценности и умножают число вдов. Священники ее нарушают закон мой и оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым, и от суббот моих они закрыли глаза свои, и я унижен у них. Князья у нее, как волки, похищающие добычу, проливают кровь, губят души, чтобы приобрести корысть. А пророки ее все замазывают грязью, видят пустое и предсказывают им ложное, говоря: так говорит Господь Бог, тогда как не говорил Господь. А в народе угнетают друг друга,
грабят и притесняют бедного и нищего, и пришельца угнетают несправедливо. Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Итак, и залью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, поведение их обращу им на голову, говорит Господь Бог.